Зачем мы отмечаем годовщину ее убийства? 15 лет назад, в разгар чумы, едва не погубившей Дану, наемный убийца напал на дворец, где я родилась, и убил маму. В борьбе за власть те, кто подослал убийцу, пытались сделать меня пешкой в своей игре. И преуспели бы в этом. Но мой отец, Корво Атана, выследил их и уничтожил их заговор. Была бы моя мать довольна мной теперь, через столько лет. Теперь начался новый кризис. Чудовище, которое газеты прозвали королевским убийцей, убивает моих врагов так, будто за этим стоим мы с отцом. И я не знаю, сесть мне на корабль, чтобы уплыть на край света, или казнить всех приближенных. Ваше Величество. Мне уже не нравится эта церемония. Ваш перстень. Все, вы готовы. Спасибо, Алекси. Открывай двери. Ее Императорское Величество Эмили Колдуин. Мои верные подданные. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память моей матери, Джессамины Колдуин. Доживет ее имя сквозь века. Эмили. У тебя усталый вид, отец. Каждый год надеюсь, что в следующий день памяти Джессамины будет полегче, но нет. Вот бы мама была на троне. Я скверная императрица. Ты учишься. Не думай о провокаторах. И мы поймаем королевского убийцу, рано или поздно. Люди говорят, это ты, что эти убийства – отчаянная попытка защитить меня. Нет, кто-то убирает твоих врагов, чтобы свалить вину на нас. Вот бы сбежать от всего этого. Ты же не сидишь в заперти. Думаешь, я не знаю о твоих прогулках по крышам? Держись, скоро все закончится. Защитник короны и отец. Давно уже пора было запретить совмещать эти титулы. Ваше Величество, прежде чем начнется церемония, у нас неожиданный гость. Герцог Серконоса. Рамзи говорит, у герцога особый подарок. Любопытно. Светлость Лука Абеля, герцог Серконоса. Механические солдаты? Как странно. В чем дело, Рамзи? Я таких не допускал. Ваше Императорское Величество, и вы, защитник короны Корво Атана, уроженец нашей Родины, Серконос приносит вам соболезнования и дары, что напомнят вам о нашей земле. Восходящей звезде южных небес. Мы благодарим вас. Не спешите, Ваше Величество. Вас ждет величайший дар. Семья. Знакомьтесь, это пропавшая сестра Джессамины, законная императрица Далила Колдуин. Не может быть. У моей мамы была сестра. Моя дражайшая племянница. Это ложь. Мой отец. Император Эйхорн Якоб Колдуин. А Джессамина — моя младшая сестра. Когда она умерла, я была не готова заявить о себе, и мне пришлось покинуть Данул. Теперь я вернулась домой. Если вы и правда сестра моей матери, гостите здесь сколько пожелаете. Бедный мой воробушек. Я пришла освободить тебя от гнета короны. Отец обещал мне трон много лет назад. И вот... Я здесь. Повежливей. Эмили Колдуин, дочь императрицы Джессамины Колдуин. Защитник короны. Пора тебе ответить за все убийства. Жизнь в моем дворце защищала тебя до сей поры. Услышьте все.
ваша законная императрица вернулась. Слава императрице Далиле! Далиле Первой! Арестуйте Эмили Колдуин и ее отца за преступление королевского убийцы! Что? Мое сердце стали не пробить. Со временем ты меня полюбишь. Возможно, однажды я даже заменю тебе мать. А до той поры я пригляжу за тобой. Я запру людей Эмили в ее покое. Затем отправлю Колдуина сюда. Мой отец спустил все, когда я был мальчишкой. Поэтому я ношу эту форму и отправляю сопляков на патрули, вместо того, чтобы пить в стрелковом клубе. Леди Эмили, в чем дело? Больно, капитан Мейхель. Нет! Вот значит игрушка защитника корон. Кому нужен складной меч? Говорят, что у вас в покоях есть что-то вроде сокровищницы. А золота там столько, что хватит купить весь остров. Говорят, что кольцо – один из двух ключей от нее. Что? Что случилось? Алексей, тронный зал. Отец! Одна я не справлюсь. Надо выбирать. Больше не буду с ним расставаться. Замок сделал Антон Соколов. После крысиной чумы я провела здесь столько ночей. Пригодится. Thank you.
это сделал Сэмюэль Бетчфорд. Интересно, что бы он посоветовал мне сегодня? Боюсь, они мне понадобятся. Королевский убийца как-то со всем этим связан. И с герцогом, и с Далилой. Даже если я вынесу отсюда все эти запасы, Далилу они не победят. Надо взять. Мне нужно заняться Рамзи. Прощай, наглый ублюдок. Надо укрыться и понять, что происходит. Мне нужно добраться до доков.